Очень люблю, уважаю вас. Знаю только с хорошей стороны. Дай Бог процветания, 100 лет жизни, здоровья детям, семье, чтобы по жизни все складывалось нормально. От души целую вашу душу. Воображаю, что сейчас будет? Гляньте, гляньте на нашего активиста! Ой, знаешь, какой он красавчик. Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный. Он очень хороший человек. Что вы говорите? Я отличный работник. Ребята, люди, у меня родился очень важный тост. Давайте выпьем за нашу дружбу. Самую светлую голову нашей с вами современности. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Прекрасный тост. Вам понравилось? Очень. И шеф тебя стал сразу такой влюбленный. Саня, предводитель, вождь, отец родной. Кудя, Сань, с днем рождения. Три раза тебе ку. Ку. Радуй нас своими новыми примочками, изобретениями, лайфхаками. Спасибо, что вот ты у нас есть, что создал группу замечательную. С днем рождения, Санёк. Здоровья, счастья, мирного неба над головой. Приветствую тебя, Александр. В этот замечательный день хочу пожелать тебе счастья, здоровья, удачи, побольше креативных идей в твою светлую голову, побольше запчастей, желательно подешевле, чтобы в твоем доме царил мир, благополучие, ну и всего самого-самого хорошего. Не знаю, много слов сказано. Хотелось бы еще сказать, добавить вернее. Спасибо тебе за то, что ты собрал в своей группе таких замечательных людей. Хочется, чтобы у тебя друзей становилось с каждым разом все больше и больше. Всего тебе хорошего, Александр. Саня, привет. С днем рождения тебя сегодня поздравляю. Желаю оптимизма, куча энергии, которой ты делишься с нами, со своими соратниками, друзьями, можно так сказать. Желаем тебе всего хорошего. Ты наш генератор идей. Твои идеи пригодятся многим. Продолжай в том же духе. Саша, привет. От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, удачи, душевного благополучия, чтобы все болезни, беды и невзгоды обходили тебя стороной. В нынешнее время желаю самое главное, это мирного неба над головой, удачи во всех твоих начинаниях, в твоих самоделках и вообще удачи по жизни. С днем рождения. Саша, добрый день, доброго счастья тебе, с днем рождения тебя. Желаю тебе всех благ, всего самого наилучшего, почаще выбираться из дома с семьей, в леса, на природу и тому подобное. И самое главное, это тебе здоровье. С днем рождения тебя, Саш. Саш, ну позволь мне присоединиться ко всем тем словам, которые были сказаны выше. Пожелать тебе всего-всего-всего и много-много-много. Вот. Ну а от своего имени просто хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты есть, за то, что ты создал такую группу, в которой люди, увлеченные, вот, могут делиться, рассказывать о своих увлечениях и своих поделках. Вот. Ну, в моей жизни ты сделал глобальный переворот. До знакомства с тобой я занимался только практически деревом. Вот. Сейчас занимаюсь железом. Мне это нравится, Саш, мне это нравится. Вот. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты всегда оставался таким, какой ты есть, как зажигалка, можно сказать. Да?
зажигаешь всех своим энтузиазмом и своей простотой. У тебя все просто. Вот, таким и оставайся, и продолжай радовать нас своими неординарными идеями. Всем привет! В этот прекрасный весенний день хочу поздравить своего единомышленника, лучшего друга, самодельщика. Санек, привет! Поздравляю тебя с днем рождения! В этот прекрасный день хочу пожелать всего наилучшего тебе, светлых идей в твою светлую голову, чтобы твои руки, очумелые ручки, не давали покою твоей голове, чтобы совершались новые проекты, были хорошие заказчики. Тебе всего самого наилучшего, хорошего здоровья, хорошего благополучия в семье. Всего-всего самого наилучшего тебе, Санек. Еще раз с днем рождения. Грубо привет всем синим трактористам. У нас сегодня у замечательного человека, нашего директора, день рождения. Саша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов, благополучия в семье, побольше подписчиков. Канал очень интересный. Мы уже с тобой, допустим, я уже 3 года с тобой общаюсь, знаком по каналу. И мне твои видео создают какой-то толчок. Помогает твои видео. Тоже хочу заняться проектом. Сейчас вот растает все. Теплее станет, буду делать. Так что твои видео полезные, интересные. Так дальше продолжай. Желаю твоему каналу в это нелегкое время держаться, развиваться и быть интересным для всех. Ну и всего самого хорошего. Челябинск жмет руку. Санек, привет! Тут мне на мой депутатский запрос в отношении твоих чертежей и схем с одного предприятия пришел ответ. Так вот, что они пишут. Чертежи, эскизы, схемы, результат твоих работ, взяли на экспериментально-механический завод. Собирали всем заводом 18 раз подряд. Получается все время самогонный аппарат. Так вот, я не пойму, то ли у них механы пьяные, то ли напильник они взяли не тот, а может, схему их ногами держали. В общем, дружище, желаю тебе все твои идеи и проекты в механизмы воплощать. Удачи тебе, вдохновения и новых идей. Здоровья и всего наилучшего тебе и твоей семье. Всех благ, Санек. С днем рождения тебя. Присоединяюсь к поздравлениям от коллектива группы СССР. Саня, с днем рождения тебя. Позитивного настроения, творческих идей. Ну и всего самого наилучшего. Друзья, сегодня хотелось бы поздравить замечательного человека Александра, создатель группы «Сделай сам своими руками», собирает всех самодельщиков. Сегодня у него день рождения. Желаем ему, конечно же, здоровья, творческих успехов, мирного неба над головой, поменьше нервных клиентов, так сказать. Человек прекрасный. Не знаю, откуда он берет эти идеи, которые у него в голове всплывают. Но как у него работает мозг, почему-то у меня так не работает. Он просто готов из подножного материала собрать хоть что. Крутая тема вообще. У него только учишься, учишься и учишься. Вообще, мега мозг, так сказать. Всем советую с ним пообщаться. Так что нас уже там в самодельщиках 200 человек. Очень много, и все хотят научиться у Санька. Спасибо тебе, Санек, большое. Лайк тебе огромный. За все твои труды. Учимся. Да, конечно. Хочется иногда и мне что-нибудь такое создать, смотря на тебя. Думаю, вот у тебя там какая-то идея возникла, и ты хочешь воплотить.
я думаю, нет, я вперед, ну, это такое мужское соперничество. А, у меня нет, не хватает времени. И потом смотрю, ты уже изобрел. Классно, классно. Но некоторые вещи, когда ты делаешь интригу, я догадываюсь, откуда эта тема. И что там будет дальше. Спасибо тебе, Саш. Спасибо, что я с тобой знаком. Всех благ тебе. Надеюсь, мы будем дальше дружить, сотрудничать. И надеюсь, у тебя будет все хорошо. Пока. Так, все пожелал или что-то забыл? Может, мне пару клиентов перекинет? А, ладно. Всем привет. Александр, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, творческих успехов. Всего-всего, что ты хочешь сам себе пожелать. Чтоб, как говорится, ты дальше радовал нас всех своими поделками, самоделками. Подсказывал нам всем, что, чего, как проще сделать. Это у тебя хорошо получается. Ну, всего самого хорошего тебе, твоей семье и всем, кто тебе дорог. С днем рождения. Саня, привет. Значит, хотел поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе всего самого наилучшего, самое главное, крепкого здоровья, удачи тебе во всех твоих начинаниях. Ну что, что запланировал, все, все, чтобы оно осуществилось. Значит, благодаря тебе, значит, я на Ютубе, через Ютуб познакомился с тобой, так скажем, через твой канал. Потом, значит, ты мне дал ссылочку на Телеграм-канал. И как бы мой кругозор жизненный намного расширился. Я понял, что такие же люди, которые могут руками что-то сделать, а не только, как скажем, лялякать своим языком, очень много у нас в стране. И мне это очень симпатично. Я очень рад и доволен, что я в твоей команде. Давай, с днем рождения. Санек, нюхай тебя. Поздравляю тебя с днем рождения, Саша. Желаю тебе самое главное. Что у нас самое главное? Это здоровье, Саша. Будет здоровье, будут у тебя проекты, будут изобретения, всякие там решения, вот работа будет кипеть, да, энергии, я думаю, у тебя достаточно, хватает, вот, идей масса будет там, пусть там ошибочных, еще ошибочных, но все равно найдешь правильное решение, да, вот, здоровья тебе, Саша, ладу в семье, чтобы, ну, это уже как бы попутно, лад, чтобы он не всегда зависит от одного человека, чтобы ладу тебе в семье, Саш. Вот. Ну, главное, здоровья желаю тебе от имени от своего, от нашей группы. Вот, так сказать, гвардейцев группы, да. Вот. И чтоб у тебя твои решения воплощались так бы материально, так сказать, да, невзирая на наши там катаклизмы там политические и так далее, чтоб работа кипела, чтобы было все как бы на правильном пути, на правильных рейсах, Саша. С днем рождения тебя, Саша! Та-да-да-дам! Саш, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья и удачи во всех твоих будущих проектах.